Ну и последние американские исследователи составили список симптомов интернет-зависимости. Об этом пишет Федерал Пресс. По мнению ученых, интернет-зависимого человека можно определить по таким признакам, как изменение в настроении, повышенный интерес к сети, понижение социальной активности, снижение производительности и качества работы. Надо сказать, что ранее китайские ученые установили, что изменения в человеческом мозге, вызванные влиянием интернет-зависимости, сравнимы с действием наркотиков и алкоголя. В мозгу зависимых людей разрушаются нервные волокна в областях, отвечающих за эмоции, самоконтроль и принятие решений. Так что делайте выводы.